Не катится колесница на одном колесе, не свершается судьба без участия людей. Привет, меня зовут Аша, и мне тут пришла одна посылка косметического плана с продукцией компании Лисан, и хочу тебе ее показать. Меня страшно разочаровали три лака у них. Два из них из одной серии. Это New Glam. Это у меня в оттенке 08 Peach and Cream, персик и крем. И этот в оттенке 07 Ice Ice Baby. Два моих самых страшных разочарованиях в лаках. Значит, вот этот жутко полосит и очень быстро слетает с ногтей. Они оба моментально слетают с ногтей и хватает на сутки. Вот это сначала у меня еще больше. Он облупливается, как сам просто дешевый лак какого-то, не знаю, советского периода. В последний раз лаками такого качества пользовалась еще будучи школьницей. Вот знаешь, вот эти жуткие лаки, которые наносишь, как бы лак такой немножечко отходит от пластины ногтя, и его чуть-чуть сковыруют, все, половины лака нет на ногти. Вот. Я такие лаки даже особо не губила жидкостью для снятия маникюра, а просто вот отколупывала его. Это было очень просто сделать. И вот этот лак, он такой же. Выкинуть к чертям. Я его единственное сохранила до съемок. К чертям просто выкинуть. На ногти выглядит как такой полупрозрачный лак с претензией там, в каком-то прозрачном совершенно белом. С претензией какой-то стороны чего-то более-менее белого, но фактически это прозрачный лак, по сути. Вот этот, в принципе, если три слоя сделать, нанести, ну, более-менее носибельно. Но вот то, что его хватает только на сутки, это огромный минус. Вот этот лак, он получше, чуть-чуть, не намного. Он из коллекции для французского маникюра, служит, собственно, фоном. Называется French Nude. По-моему, номер в оттенке 0,5. Смотрится на ногтях красиво, как вот тональный крем, если нанести на ногти, но выравнивает неплохо, в принципе. Полосит собака такая. В принципе, я его себе оставляю. Чисто теоретически его можно наносить, наверное, я не пробовала, может быть, в качестве базы, чтобы какой-то цветной лак ровнее ложился. А так, вот именно в качестве вот лака я его использовать не буду. Зато мне очень понравился вот такой лак, это тоже Essence, коллекция My and My Ice Cream. Оттенок 03 и тоже называется Ice Ice Baby. И вот как белый, который я показывала. Он такой классный. Он выглядит очень натурально. Не полосит. Дает совершенно изумительный матовый такой оттенок. Смотрится он очень красиво. Я его просто готова постоянно носить. На ногтях очень нежненько смотрится, привлекает к себе внимание, придает очень ухоженный вид ногтям. Все, мне к нему никаких привлеканий. Я бы очень хотела заказать всю коллекцию, но у меня и так лак больше, чем дней в году, и преувеличиваю, конечно, поэтому придется воздержаться. Но коллекция замечательная. Бесполезно получается такая посылочка, потому что вот эти две тенюшки мне тоже не особо понравились. Вот эти очень круто смотрятся в упаковке, очень красиво. Все это переливается. Я не очень-очень рекламировала Катин, которая как клопе имею в виду. И по ее рекомендации я заказала их. Еще вот эту двушечку. Значит, вот эта сгущенка в коробочке, это у нас номер 8, ванила латте.
А вот эти, это у нас 0,9. Eyeshadow. Оба из серии 3D. Почему она называется 3D, понятия не имею, честно. Даже боюсь догадываться. Как выглядят эти тени на веках? Никак. Их там не видно вообще. Они вот в такой степени вуалевые, что единственное, что вот в этой двушечке, вот более темный оттенок, его видно. А так, Вот из этой коробочки светлый оттенок я использую вместо хайлайтера на скулы и вот. И все. А так я ими не пользуюсь, они просто будут лежать в коробке. И рано или поздно я их выкину все-таки. Кроме этих, здесь хайлайтер. Их жалко. И они так красиво смоются в коробочке, но хоть вместо кулона их на шею надевай и носи. Они с шиммером. Вот. С умеренным таким шиммером. Но это все. Я тебе желаю оставаться собой, ведь такие роли уже заняты. Пока.